5 знаков зодиака, которые могут задушить своей любовью. В мире астрологии существуют разные типы людей, и каждый знак зодиака имеет свои уникальные особенности. Некоторые знаки проявляют особую интенсивность в своих эмоциональных проявлениях, включая любовь. В этом выпуске мы рассмотрим 5 знаков зодиака, которые могут быть настолько любящими, что иногда могут задушить своих партнеров своим излишним вниманием. Овен. Овны не останавливаются перед ничем, чтобы добавить больше страсти в свои отношения. Они известны своей прямотой, и любовь не является исключением. Овен подходит к любой ситуации с логикой, поэтому если он открыто говорит вам о своей любви, то это искреннее и глубокое чувство. Овен может быть страстным и интенсивным партнером, который готов сделать все ради отношений. Они могут использовать утреннее сообщение, чтобы показать свою заботу о вас. Однако, стоит помнить, что Овен движим страстью, и его безрассудство и импульсивность могут привести к тому, что он решит бросить постоянного партнера, потому что влюбился в кого-то другого. Важно учитывать, что каждый человек уникален, и характеристики знака зодиака являются лишь одним из аспектов его личности. В отношениях важно общение, понимание и уважение между партнерами, независимо от их знаков зодиака. Близнецы. Близнецы стремятся радовать своих партнеров на каждом шагу. Они способны выражать свою любовь не только словами, но и поступками, не всегда произнося фразу «я люблю тебя» прямо. Они не эгоистичны, а скорее зависят от чувств и реакции своего партнера. Хотя близнецы могут менять своих партнеров довольно быстро, если они по-настоящему полюбили вас, они будут делать все возможное для вас, олицетворяя свою любовь в каждом жесте. Они будут окутывать вас нежностью, заботой, лаской и страстью. В их любви можно погрузиться и забыться. Однако, следует помнить, что близнецы могут проявлять истинную ревность, если им дать повод. Их ярость может быть безграничной. Важно устанавливать ясные границы и открыто обсуждать любые проблемы, чтобы сохранить здоровые и гармоничные отношения с близнецами. Дева. Для дев важна идея любви сама по себе. Они не всегда умеют ярко выражать свои чувства, предпочитая тонкие проявления любви. Когда возникают болезненные ситуации, девы легко сдаются. Девы не всегда остаются удовлетворены одним партнером и часто ощущают, что могут найти кого-то лучшего. Однако, если любовь захватила их сердце, девы, как серьезные и практичные представители знака зодиака, остаются преданными своим партнерам. Когда дева чувствует счастье и удовлетворение, она не подвергает сомнению свои отношения, не ищет запретный плод. Весы. Когда весы влюбляются, они стараются быть искренними перед вами. Они готовы открыться и делиться своей личной информацией, потому что для них вы особенный человек. Люди этого знака избегают конфликтов любой ценой. Они стремятся успокоить своих партнеров и обладают бескорыстным характером. Честные весы серьезно относятся к своим обязательствам перед партнером. В большинстве случаев остаются верными. Однако, они любят новые встречи, комплименты и флирт, что иногда может привести к необычным ситуациям и разбитым сердцам. Рыбы. Рыбы способны испытывать глубокую и искреннюю любовь, но иногда эта любовь может принести боль их партнеру. Если их отношения становятся скучными и предсказуемыми, они могут начать фантазировать о других людях, возможно, о коллегах или знакомых. В таких ситуациях возникают проблемы, которые не всегда можно избежать. Представители этого знака всегда откровенны со своими эмоциями. Они не боятся выразить свою истинную сущность и показать свою подлинную натуру. Важно отметить, что каждый человек уникален, и не все представители этих знаков зодиака проявляют указанные черты в такой степени. Любовь и отношения всегда требуют компромисса и уважения друг к другу. Хотя эти 5 знаков зодиака могут проявлять чрезмерную любовь, это не означает, что они не могут развиваться и улучшаться в своих отношениях. Для того, чтобы создать здоровые и равновесные отношения с представителями этих знаков, следует учитывать следующие факторы. Общение и открытость. Разговоры о чувствах и ожиданиях в отношениях помогут обеим сторонам лучше понять и уважать потребности друг друга. Установка границ. Важно определить границы и пространство каждого партнера, чтобы сохранить личную свободу и независимость. Взаимная поддержка и понимание. Взаимное поддерживание и понимание важны для любой пары. Уделите внимание нуждам и желаниям друг друга. Компромисс и терпение. Отношения требуют компромисса и терпения. Важно найти баланс между своими потребностями и потребностями партнера. Индивидуальность и взаимное развитие. Уважайте индивидуальность каждого партнера и поддерживайте их личное развитие и интересы. В конечном итоге, любовь и отношения зависят от взаимного усилия и понимания между партнерами. Хотя некоторые знаки зодиака могут проявлять интенсивность в своей любви,
их уникальные черты могут быть преимуществом, если оба партнера готовы работать над созданием здоровых и счастливых отношений. Индивидуальная натура каждого человека важнее, чем только его знак зодиака, и каждая пара должна стремиться к взаимному уважению, поддержке и согласованию. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.